Менин ачким менен телефонум бар эле. Аны алып кетишти. Эмне ким алып кеткени камералардан көрүнөт. Көчөдө келип аралашып телефон менен телефондорун жууп алып кетишти. Через телевидение они приглашали, призывали убить того или иного несогласного, кто посмел покритиковать сегодняшнюю власть. И вот политический террор пришло. Выборы еще не закончились, они говорят, пришло наше время. Две события полностью дискредитировали сегодняшнюю власть. Это выборы, это работа Центральной избирательной комиссии и так называемые боевики, которые якобы защищают право избирателя в результатах выборов. И еще раз, на русском обратусь. Будьте мужиками, верните в мир. Тем более он старый, сам Сома, и 10 тысяч. Сома, они и вам. Не имеют. Для вас этот телефон не имеет никакой силы. Если только вы не отдадите в руки спецслужб. Это преступление пострашнее, чем так называемая попытка вот переворота, да? Это запугивание общества. Это террор, установление бандитского правления. Это непосредственная угроза конституционного строя Казахстана.